Вчера, в начале часа пик, где-то в 5:30, я получил заказ длиной в 40 минут. И пока мы ехали, эта поездка увеличилась до 1:10. Поддержка мне отказала в пересчете, у меня у самого тоже не получилось. Сегодня я решил не повторять своих ошибок. И решил те деньги, на которые увеличивается поездка, когда попадаешь в начало часа пик, лучше не потерять, а сохранить, а лучше вложить в себя. One, two, three, four. После чего абсолютно умиротворенный, сытый, довольный, садишься в машину и попадаешь уже в самый разгар часа пик, когда все машины уже разъехались, поднимается уровень спроса. Ну, вернее как, спрос остается на месте, машин не хватает, то есть предложение падает. Вот. И тут появляюсь я и, соответственно, везу заказ. Во-первых, с коэффициентом, а во-вторых, уже без увеличения времени в пути, потому что час пик уже, ну, как бы в самом разгаре, и ухудшаться дорожная ситуация уже вряд ли станет. Ну, вот, наоборот, может только улучшаться. Ну чё, вот так уже можно и выходить на смену. Это ж совсем другое дело. 7 часов намного лучше, чем 5:30. 5:30 плохо во всех отношениях, во всех смыслах. Так, ну что, Яндекс, давай заказ. Я готов к труду и обороне. Яндекс. Я уже 40 секунд на линии. Алло. Чё, спишь там, что ли? Наконец-то. 1.3. Ну что это такое? Почему не 2.0? Почему 1.3? Ладно, короче, ребят, работаем.